Для конкурса дети читают стихи Евсеева Кати. 9 лет. Город Тольятти. Борис Захадер. Сказочка. В чистом поле, в белом поле было все белым-бело, потому что это поле белым снегом замело. И стоял в том белом поле белоснежно-белый дом с белой крышей, с белой дверью, беломраморным крыльцом. Потолок был белый-белый, белизной пол блистал. Было много белых лестниц, белых комнат, белых зал. И в белейшем мире зале спал без горя и забот, спал на белом одеяле совершенно черный кот. Был он черен, словно ворон, от усов и до хвоста. Сверху черен, снизу черен, весь сплошная чернота.